Здорово, народ, с вами Варчик. В этом видео с вами поговорим про процент побед. Почему он у некоторых высокий, у некоторых низкий, как так получается, главные различия и чего не хватает людям, которые побеждают крайне редко, если у вас низкий процент побед. Люди, которые в комментариях уже начали писать про подкрутки, раскрутки, перевертки, развертки, магниты, примагничивание, боты. Все, что в эту сторону вообще направлено, можете себя не утруждать. Эти комментарии много лет складируются у меня на канале. Люди о том да о сём спорят годами, но все же скилл решает. Правильно играющие люди в World of Tanks намного чаще побеждают, у них выше средний урон и лучше статистика. Это факт. Если вы будете играть лучше, статистика у вас пойдет вверх. Будете играть хуже, статистика пойдет вниз. Да, в конкретном бою, в одном или в одном моменте это может быть незаметно. Но в общем и целом, если вы начнете играть лучше, ваша статистика потихоньку будет стремиться вверх. Да, один выстрел может полететь плохо. Да, в одном бою вы можете ошибиться или неправильно понять вообще ситуацию в бою, либо может не повезти, а в каком-то бою больше повезет. Но в целом это не важно. Если вы плохо играете, то в общем и целом ваша статистика это показывает, что вы плохо играете. Если вы хорошо играете, статистика это тоже показывает, что вы хороший игрок. Основные несколько отличий редко побеждающих от часто побеждающих это процент побед, соответственно, и один еще очень важный параметр, который почти никто никогда не упоминает, это процент выживания. Причем процент выживания не у всех игроков с высоким процентом побед высокий. У некоторых игроков с высоким процентом побед выживаемость примерно там 55-56% общая за огромное количество боев. На некоторых танках может быть даже под 60, а может даже и 60 с хвостиком. Но у некоторых игроков с таким же процентом побед, и даже может быть чуть больше, процент выживания может быть ниже, просто 50%. Это связано с тем, что у разных игроков разный стиль игры. Кто-то играет более агрессивно на урон, кто-то играет более тактически, размеренно и аккуратно. И при той манере игры можно высокий процент побед держать, но так или иначе все равно определенную долю агрессивности в бою нужно соблюдать, активные позиции использовать, знать досконально карты и прострелы. Также у этих игроков, у всех, хорошо развито вообще позиционирование в карте, кто где что находится, все прострелы, абсолютно вся карта видна и понимание абсолютно всех прострелов в любой момент боя тоже присутствует. И здесь уже никакие гайды не помогут. Типа вот стань вот в эту позицию, от башенки выйди и прямо смотри. На таком уровне игры, когда у людей по 55% выживания, уже никакие гайды не помогут. Чтобы затащить бой, нужно прямо на ходу ориентироваться и создавать себе благоприятные ситуации для того, чтобы и выживать, и при этом еще и эффективно. Не просто выжил с нулем урона до конца боя, а при этом еще и попутно максимально нагибал врагов. Бой можно разделить на несколько этапов. В самом начале мы смотрим на составы команд и понимаем, что на данной карте, если много ПТ, они будут стоять на своих балкончиках, на которых стоят 10 лет. Если много ЛТ, они будут кататься вот в этом поле, потому что больше негде. Либо будут занимать вот эти кусты, потому что это единственный куст, куда можно стать. Если много тяжей, то они поедут в город, а город находится вон там. Это все очевидно, и тут даже особо не нужно включать мозги. Если даже на этом этапе уже у людей проблемы, о каком эффективном выживании идет речь, если люди в принципе не могут адекватно оценить ситуацию в бою. После этого мы решаем, где мы можем быть более эффективными, и в начале, когда все поехали, мы смотрим, куда едут наши союзники. Если союзники не хотят играть в ваше задуманное эффективное направление, то и вам там на 99% танков делать нечего. Вы один не победите всю команду врага, если они все поедут по вашему задуманному направлению. Поэтому вам нужно будет срочно на ходу изменить свою тактику и подстроиться под команду. Придумать новые позиции как можно агрессивнее, для того чтобы быть как можно эффективнее в бою в плане нанесения урона, отвлечения врагов на себя, танкования и всего, что только можно сделать эффективно. Плюс к этому мы не должны умирать. Чем агрессивнее мы играем и не умираем, тем больше шансов на победу. На любом классе техники вы должны в первую очередь дожить до конца боя. И в конце боя уже разыграть финалочку. У большинства игроков проблемы с финальной частью боя, поскольку именно там чаще всего получаются те самые лишние проценты побед у статистов, и не получают эти проценты побед слабые игроки, поскольку они не могут мыслить креативно, смотреть на всю карту целиком, кто где находится, как кого обмануть, не учатся на своих ошибках и не могут предсказать действия врагов. Во-первых, у них низкий процент выживания. То есть они до этой финальной части боя, во-первых, редко доходят, потому что они уже сдохли много раз в начале боя или в середине. А если у тебя мало опыта, то, соответственно, у тебя меньше путей для решения различных задач в конце. Плюс к тому же, чтобы набраться опыта, нужно миллион раз ошибиться и на своих ошибках получить опыт. Это очень важный опыт, который нужно запомнить и свои ошибки не повторять. Тем самым, накопив определенный багаж знаний, вы все чаще и чаще конец боя, самую финальную часть, будете доводить до победы. Сразу понимать, что нужно сделать для того, чтобы победить. Как объехать, как обмануть, как убить того или иного врага PvP 1 на 1 и довести бой до победы. Про какие-то банальные вещи, стандартные механики игры, тонкости управления, тонкости настройки танков, оборудования и так далее. Это все чепуха, которая тоже должна быть понятна всем игрокам адекватным, у которых есть логика. Они сами должны в этом всем разобраться и настроить это под себя. Если даже на этом этапе проблемы, то о каком выживании, а тем более о эффективном выживании, речь об этом даже не может идти. Про высокий процент побед забудьте, если вы ни в чем не разбирались. Если вы не можете на карту посмотреть свысока и оценить, что где находится, если вы просто, приезжая на первую позицию, выезжаете двумя ногами вперед, а именно передними катками вперед, вас ставят на каток, вы там и сдохли, если вы в начале боя или в середине умираете, на ЛТ, на СТ, на ТТ, неважно, то никакого процента побед не будет. Вы должны жить до самого конца. Игроки, у которых процент выживания ниже 40, они мало влияют на исход боя, поскольку они почти никогда до этого конца боя не доживают. И только люди, у которых процент выживания стремится к 50, реально влияют на исход боя. Они очень часто доживают до этого финала, у них очень много опыта, как разобраться с этим финалом, и они его чаще всего решают в свою пользу. У них 50% выживания, 65-70% побед. У меня, допустим, 45% выживания, 61% побед. У людей есть 50% выживания и процент побед ближе к 70. Вот реальные две цифры, которые показывают, насколько часто ты выживаешь, настолько же часто ты побеждаешь. Если ты еще и очень агрессивно играешь, чтобы набивать там по 5000 средухи на десятках, то у тебя процент выживания немножко ниже, чем у тех людей, которые играют более тактически и размеренно, но у них не так часто по 5000 средухи на десятках. Но в целом суть не в 5000 средухи. Суть в выживании. Вы должны переживать за свой танк, вы должны его беречь, вы не должны его сливать просто так, доживать до конца боя, набираться опыта, доводить бой до победы. На словах ни в каком видео никому в голову ты не вобьешь те знания, которые помогут вам побеждать на 60 и на 70% побед. Да, можно сделать кучу подсказок, чтобы вы выбрались там с 45 на 48-50, но в целом обучение происходит таким образом, что вы сами учитесь, а я вас в своих видео просто подталкиваю в нужное направление. Я вообще хотел сделать видео с кучей мелких советов, но в целом Думал про эти советы и пришел к такому вот видео. Поскольку в 2021 году сидеть и рассказывать танкистам, как управлять танчиком, но это уже не интересно. А люди, которые не хотят открыть настройки, просто их полистать и почитать, не видят ничего вокруг и абсолютно не делают никаких выводов, сами не хотят развиваться в игре. Что и показывает нынешний рандом, в котором очень низкий скилл. С вами был Варчик, играйте красиво, всем пока. Подписывайтесь, ставьте лайки, заходите в группу ВКонтакте, скоро будет розыгрыш прем танчика.